1 апреля 2021 года скончался выдающийся владимирский футболист, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года, участник чемпионата мира 1970 года, участник чемпионата Европы 1968 года, человек, принимавший участие в первом официальном поединке владимирская команда мастеров тракторного завода в 1959 году, Валентин Иванович Афонин. Футбольный клуб «Торпедо Владимир» выражает искренние соболезнования родным близким Валентина Ивановича. Объявляется минута молчания. Спасибо. Давайте все-таки отрубить,
Thank you.
По поводу 23-й. На полевом ходе Данил Соболев по 22-й. Во всю.